Ключевые финансовые показатели самарской экономики. В городской думе подвели итоги исполнения бюджета за первые 6 месяцев этого года. В заседании приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. За полгода городская казна пополнилась на сумму свыше 14 миллиардов рублей и по всем показателям остается профицитной. Из всех запланированных на год трат кассовые расходы при исполнении бюджета составили 43%. По полугодию исполнение бюджета приближается к половине. Это традиционные цифры. Во втором полугодии закрываются контракты, заканчивается строительство, ремонт, и, соответственно, исполнение бюджета догоняет плановые показатели по году. Бюджетные траты остаются социально направленными. Больше половины, а именно 56,6%, были выделены на образование. В городе активно идет строительство школ и детских садов. Не остались без внимания дороги и сфера ЖКХ. Увеличен объем финансирования муниципальных и ведомственных целевых программ. Все программы, они направлены на обеспечение жизнедеятельности города. Вот. Что такое жизнедеятельность? Общественный транспорт, образование, социальная сфера и благоустройство, ЖКХ, экология. На бюджетные средства оказали поддержку и внутригородским районам. Межбюджетные трансферты превышают 48% от годового плана. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.